Привет, ребята, опять меня по-прежнему зовут Дарья, в руках у меня укулеле, а это значит, что это новый разбор на укулеле. Сегодня мы с вами разбираем дальше альбом Алены Швец «Королева отстой». На этот раз я научу вас играть почему-то полюбившуюся вам песню «Мемы». Она мне, честно, не совсем зашла. Но вы писали очень много в комментариях разобрать эту песню, поэтому, конечно же, для вас, своих сладких пирожков, я разберу эту песню. И данный трек я покажу тебе несколькими вариантами, как можно это сыграть. С каподастром, без каподастра, боем, перебором, как... или арпеджио, как хочешь называть. Все это покажу, и ты уже сам выберешь тот вариант, который понравится именно тебе. Ну, а перед началом этого ролика я хочу напомнить, что у меня есть цель на этот год собрать 100 тысяч подписчиков на канале, чтобы мы с вами стали на первом месте в русскоязычном ютубе по укулеле комьюнити, и ты мне можешь помочь достичь эту цель. Ну а сейчас бери инструмент в руки и погнали учиться! И вот как она у тебя будет выглядеть. Пока ты листаешь книжки, я листаю мемы, у меня пакет винишка, у тебя проблемы, ты болтаешь о любви, а я ногой болтаю, ты мечтаешь поступить, купить, я умереть мечтаю. Ла-ла-ла, ты сходи с ума, я схожу за пивом. Ла-ла-ла, знаю, сохнешь по мне, как в саду крапива. Ла-ла-ла, любишь ты, когда делаю больно-больно. Ла-ла-ла, хочешь быть со мной, значит, будь прикольным. Ла-ла-ла, ла-ла-ла. Погнали учиться играть! Разбор на укулеле! Для этой песни я подготовила несколько видов аккордов с каподастром, чтобы играть, без каподастра, чтобы играть. Или вообще вы можете пойти третьим вариантом и играть те аккорды, которые предназначены для каподастра, без каподастра. Вау! Невероятно! Ну а для начала давайте с вами разберем вариант для каподастра. Если что, он будет у нас остается на третьем ладу, но об этом чуть позже. Начнем как раз с них. Первый аккорд, аккорд фа. Мы зажимаем вторую струну на первом ладу, а четвертую струну на втором. Далее у нас с вами идет аккорд G. Мы зажимаем первую и третью струну на втором ладу, а вторую струну на третьем. Далее у нас с вами идет аккорд EM. Мы зажимаем первую струну на втором ладу, вторую струну на третьем ладу и третью струну на четвертом ладу. Вот такая вот у нас лесенка образовалась. И последний аккорд, аккорд AM. Мы зажимаем просто четвертую струну на втором ладу. Получается фа, G, E, M, A, M. То есть вот такая последовательность аккордов будет на протяжении всей песни. Теперь, как же сделать так, чтобы все эти аккорды звучали как в оригинале? Все очень просто. Берем каподастр, зажимаем его на третьем ладу. И теперь считаем, что каподастр у нас нулевой лад, и от него считаем лады. Раз, два, три, четыре, там, пять, шесть, семь, восемь. И получается фа, G, E, M, A, M. И вот так на протяжении всей песни эти аккорды. Это первый вариант. Второй вариант. Если у вас нет каподастра, но вы также хотите звучать по тональности как оригинал, то мы берем и делаем следующий вариант. У нас с вами будет уже другая связка аккордов. Первый аккорд, аккорд АМ. Мы зажимаем третью струну на первом ладу, а четвертую струну на втором. Далее у нас с вами идет аккорд Б, мы тут зажимаем Б на втором ладу. То просто посмотрите вот этот вот ролик на канале, у меня есть обязательно, вот он тут, и потом возвращайся сюда. Так вот, мы ставим тут Б на втором ладу, далее мы зажимаем третью струну на третьем ладу и четвертую струну на четвертом. То есть, как бы мы сместили вот этот аккорд А на тон. Это для музыкантов. Далее у нас с вами идет аккорд G. Тут тоже все очень просто. Ставим третью и первую струну на третьем ладу, а вторую струну на четвертом. Как бы мы вот играли G, но просто мы это сместили на лад ближе к грифу. Но при этом нам очень важно, если мы будем играть боем, глушить четвертую струну большим пальцем. Не прям зажимать, просто как бы положите сверху. Я знаю, что многие играют А, М и Д вот таким пальцем, поэтому заглушить вам четвертую струну не составит труда. То есть, чтоб... Или просто играйте третью, вторую и первую струну. Иначе вот так вот. Это не то, что нам нужно. Нам нужно... Так, с этим понятно. И последний аккорд, аккорд С, диез, М. Тут тоже все банально просто. Зажимаем четвертую и третью струну на первом ладу, а первую струну на четвертом. Можете дотянуться, между прочим, мизинчиком. Получается А, Б, G и С, диез, М. Такая последовательность аккордов тоже будет на протяжении всей песни. Просто выбирайте, какой вам удобный вариант играть. Нет каподастра, берем вот это.
Или вы вообще можете умудриться сделать следующим образом без каподаста играть простые аккорды. Пока ты листаешь книжки, я листаю мемы. У меня пакет винишка, у тебя проблемы. Но это немножко низковато для голоса, поэтому выбирайте из этих вариантов. Разбор на укулеле. Что теперь мы будем делать? В правой руке. У нас с вами будет арпеджио следующим образом. Если мы с вами берем аккорд, допустим, вот такой вот вариант мы с вами взяли, аккорд там фа, джи, ем, аэм, то мы будем делать так. На аккорд фа и аэм мы будем играть рисунок 4 и третью и вторую струну вместе. А на аккорд джи и ем мы будем играть третью струну и вторую и первую вместе. Еще раз получается 4, 3, 2, угу. Потом. То есть это будет прям звучать как оригинал, оригинале, напоминаю еще раз. И такие рисунки мы будем играть один раз на один аккорд, получается. Со словами это. Пока ты листаешь книжки, я листаю мемы. У меня пакет винишка, у тебя проблемы. Ты болтаешь о любви, а я ногой болтаю. Ты мечтаешь поступить, я умереть мечтаю. И на протяжении всей этой песни вот этот рисунок пунтрук-пунтрук повторяется от начала до конца. Это первый вариант, как вы можете разнообразить. Но, кстати, вот такой же рисунок будет и для таких аккордов. Да? Тут уже немножечко все поинтересней. Также на аккорд А и Б мы тоже вставляем 4 и 3 и 2 вместе получается. На аккорд G, D, S мы делаем третью струну и 2, 1 вместе. А вот на C, D, S, M мы прям ставим четвертую и 3, 2, 1 вместе. Получается? Если тебе очень сложно высчитывать, что там на какой аккорд, тупо берешь и делаешь в любом варианте и с каподастром, и без каподаста, просто 4 и 3, 2, 1 вместе. Вот это будет немножко звучать по-топорному, но будет звучать, как будет звучать. Получится. Это что касаемо первого варианта для правой руки. Также ты можешь сделать проще вариант игры боем. Тут тогда будет рисунок вниз, вниз, вверх, вниз, вверх. Еще раз. Его мы играем один раз на один аккорд. И получается. Пока ты листаешь книжки, я листаю мемы. У меня пакет винишка, у тебя проблемы. Ты болтаешь о любви, а я ногой болтаю. Ты мечтаешь поступить, а я умереть мечтаю. И на протяжении всей этой песни дальше. Ла-ла-ла, ты сходи с ума, я схожу за пивом. Ла-ла-ла, знаю, сохнешь по мне, как в саду крапива. Ла-ла-ла, любишь ты, когда делаю больно-больно. Ла-ла-ла, хочешь быть со мной, значит, будь прикольным. Вариант. Есть поинтересней, когда вот вы первый куплет играете вот этим. А вот уже на третий куплет вы начинаете играть бой. Я набью себе тату, тебе набью. Тут матерное слово. Я люблю группу тату, ты слушаешь Нирвану. Я вчера поцеловала всех твоих подружек. Ты целуешь по ночам, но включу пучевых. Игрушек, папочка, портвейн твой, папочка, начальник, за тобой закрою дверь, а ты закрой. Опять матерное слово, и пошел припев. Ла-ла-ла, ты ходи там, пра-па-па-да-да, там, да-да-да, та-та-та-та-та. Ну, короче, вы поняли суть. Берете, учите один из вариантов вот этих аккордов, один из вариантов правой руки, и на протяжении всей песни это елозите. Вот весь разбор, пам-пам-пам.
Ну а если тебе понравился этот видос, то можешь поставить свой лайк, написать в комментарии, какую следующую песню и мелодию мне разобрать. Ну а если ты любишь слушать и играть песни на укулеле Алены Швец, то специально для тебя у меня есть на канале целый плейлист. Вот сейчас он появился, обязательно почекай, посмотри, может уже песню, которую хотел написать в комментариях, я уже разобрала. А если ты хочешь показать мне все свои укулельные старания, то все очень просто. Выучиваешь любую песню и мелодию с моих разборов, выкладываешь к себе в Инстаграм и самое главное, отметь мой профиль Даша Кирпич, чтобы я тебя увидела, заметила и дала обратную связь. Ну а для всех тех, кто хочет поддерживать мои труды, старания и копеечку, то вы можете сдонатить мне любую сумму на Донаталерс или, например, как вот эти ребята, подписаться на меня на Бусти. Вот спасибо им огромное за это. Взамен они получают клевые ништяки и весь раздачный материал. Но меня по-прежнему зовут Дарья. Скоро увидимся. Пока!